Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике я вам покажу новую необычную сборку для Amazing RP. Давненько не было таких сборок, она довольно-таки необычная, интересная, поэтому я решил записать про нее ролик. Я вам покажу скины, оружие и в целом карту, потому что карта здесь очень сильно изменена. Кому понравится, скачивайте. Ссылка на сборку будет в описании под видео. Но говорю заранее то, что это все на ваш страх и риск. Мой вам совет: перескачиваем сборки, ставьте защиту, проверяйте это на вирусы, на читы, на стилеры там и так далее. Ну а если вы еще не играете на проекте Amazing RP Play, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервачке. Ну а я вам желаю, конечно же, приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Первое, с чего бы я хотел начать, то, что здесь заменить все текстуры, то есть заменить дома, деревья, дороги, то есть реально большинство всего на карте заменено. То есть реально игра выглядит совсем по-другому, то есть заменен Арзамас, Южный, Батырево, и давайте я вам это покажу. То есть если мы вот полетаем, как бы посмотрим, вот дом заменен, то есть все, в принципе, дома в основном заменены. Да, есть, которые не заменены, то есть игра реально выглядит совсем по-другому, вот давайте, допустим, домики посмотрим, как бы вот тоже дома совсем выглядят по-другому. Вот домик заменен, вот домик заменен, вот как бы вокзал заменен. Вот, допустим, тот же самый Анашан, он тоже заменен. Вот, допустим, башня Останкина, вот у нас Юшхим, то есть вот магазин заменен. То есть реально много замененных текстур. Ну что ж, давайте перейдем теперь к ганпаку, то есть он здесь тоже замененный, хорошо проработанное оружие. Все очень хорошо выглядит. Давайте я вам также покажу звуки, то есть звук как бы здесь тоже замененный, можем послушать. Также здесь ПСО работает, в принципе. То есть на некоторых сборках оно как бы баганое, оно не работает. Здесь как бы все работает, все простреливается, все стреляет, как бы, поэтому никаких проблем у вас с этим не будет. Хорошие звуки, хороший ганпак, то есть, ну реально все хорошо, красиво выглядит. Как бы дигл, эмочка там, СВД, все хорошо работает. Никаких проблем с этим нету. Put the
Также в этой сборке множество тренд-циклов, прицелов, как бы я вам все показывать не буду, потому что, ну, здесь реально очень много их. Доходим в настройки, давайте вот, допустим, тренд-цикл поменяю. То есть тренд-циклов здесь там около 30, либо 50, я не знаю. То есть их реально там очень много, можем вот так полистать, то есть их реально много. То есть вот такой тренд-цикл есть. Я думаю, каждый на свой вкус и цвет что-то для себя, в принципе, найдет. Очень много реально тренд-циклов, то есть на каждый вкус, цвет там и так далее. Для тех, кто реально любит под себя игру настроить, для вас реально будет кайфом. Также есть множество прицелов, то есть тоже на любой вкус и цвет. Их реально тоже здесь очень-очень много. Реально очень много этих прицелов, прям до хрена просто. Вот, допустим, такой вот прицел есть. Каждый для себя, в принципе, что-нибудь да найдет. То есть мне в этой сборке нравится то, что реально много тайм-циклов, много прицелов. То есть каждый для себя что-то выберет. Не нужно будет там что-то скачивать, искать там и так далее. То есть реально сборка подойдет для многих игроков. Также в этой сборке заменные звуки машин. Давайте я вам, в принципе, их продемонстрирую. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Я не стал там подробно что-то показывать, рассказывать. Я вам вкратце просто рассказал, показал там и так далее. Если вам понравилась сборочка, то ссылочка на нее будет в описании. Берите, скачивайте. Но еще раз повторяю то, что лучше перед тем, как скачать, проверьте это на вирусы, поставьте защиту на аккаунт там и так далее. Чтобы с вашим аккаунтом ничего не случилось и чтобы в этом не было моей вины. Мне лично сборочка понравилась. Реально такая прикольная, насыщенная. Много всяких интересных скинов. Классный ганпак, классные текстуры там дорог, деревьев там и так далее. То есть сборочка реально прикольная, и давно я таких сборок не видел. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором сервачке, поэтому можете приходить ко мне, я вас приму в семью, в компанию, помогу чем смогу. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.